игрок команды «Металлург» Егор Яковлев! Всем здравствуйте! Спасибо большое за приглашение. Очень приятно. Получайте удовольствие, кайфуйте. Я сам вырос на коробке, примерно на такой же. Было не загнать, если честно. Целыми днями играл. Вот. И получал от этого колоссальное удовольствие. Поэтому играйте без травм. Победит сильнейший. Удачи! Ура, ребят! Ура! Защитник, передачка, вытащим, бросим, второй пас, бросок на подставление. Just getting to the rink, did, just a little bike, a little stretching. We had a lot of hockey and not too many days off, so it's good just to kind of come in, not skate, and take care of your body. I feel good, yeah, I know, it's always nice when you don't go on the ice, so I feel good, yeah, real good. Тяжелая рыба. I don't mind it. I mean, it's, you know, you're here to play hockey and everyone loves to play the game, so it's fun. It's, you just got to take care of your body and make sure you're eating right and sleeping good, but you know, I enjoy it, so, and I'm sure everyone else does as well. I expect it to be a, you know, a good fast game. You know, they're in first place and we're chasing them, so they've been a good team all year, as have we, so I expect a really good hockey game and I'm just looking forward to playing. Just play our game. I don't think we need to change too much. We've been playing good as of late, and we just have to continue to do what we're good at, and I think we'll be just fine. Самое.
Никита Коростелев 35-й, Филипп Маешин. Ох, и гол у нас 1-0. Удалось-таки Максиму Карпову. Бросок от синей линии, или там рикошет, перекладина, шайба отскакивает, и Карпов ее добивает. Коленко на него выдвигается, перехват передачи Акользина и убегает Павел к воротам. Бросает. Есть у «Металлурга» три шайбы в меньшинстве в этом сезоне. Давай, давай, иди, шайбы, шайбы, «Металлурга». Но как раз и против Дакосты. Зернов ушел от Эвертона на вершину, делает передачу, бросок, и как шайба не оказывается ворот. Еще, еще. Скорость, скорость, дальше! А вот какая безумительная передача, выход 1-1, бросок. Большинство у нас не сработало, да, и завершение, конечно, сегодня у нас оставляло желать лучшего, моменты были, перебросали соперника, но не забили, здорово у них сыграл вратарь, у нас тоже хорошо сыграл, но один гол это мало. Календарь у всех сложный, понятно, что мы с ЦСКА играли, очень напряженный матч был, может быть, в этом и было, но все равно забивать надо. Давай, 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 добьем! Очень много моментов создали, и реализация сегодня подвела. Ну и, конечно, большинство, да, там 5 минут в конце нужно было решать исход матча. Надо работать над большинством, потому что последние игры не очень получается большинство. Но радует то, что послезавтра опять с ними же играем. Вот. Будем исправляться. Давай, давай, за работу, за работу!